О том, что ее сын в больнице, ему делают операцию, Алена Лунева узнала по телефону, сообщила следователь. Ребенка увезли на скорой уже в таком состоянии, что он не смог даже позвонить родным. Что произошло, рассказали друзья Глеба. Гуляли они по жилым улицам, не где-то на заброшке там или где-то там в районе карьера, где жилые дома. Заприметили стаю собак. Я так поняла, что они в расцепную побежали, собаки побежали за Глебом. Они его, ну, в общем, он упал, они его разодрали. Все произошло в районе комбината сборно-разборных зданий. КСРЗ уже имеет печальную славу. Напомню, именно здесь и нашли предыдущую жертву в этом году. На трупе женщины также были следы собачьих укусов. Правда, стало ли это причиной смерти, пока так официального заявления сделано и не было. К счастью, мальчик был не один, и его отстояли друзья. Собак отогнали камнями и криками, но школьник очень сильно пострадал. Операция длилась около часа. У ребенка более 40 швов. У него искусаны все ноги, пятки, голени. Ну, все ноги полностью искусаны, руки. Повезло, что он упал на живот, и он сохранил лицо. А еще есть такие раны, которые, ну, просто вырваны, такие кусочки мяса. Ну, жутко, конечно. Сколько ребенку придется восстанавливаться, врачи пока не говорят. Чтобы защитить своих земляков от взбесившихся псов, родители пострадавшего мальчика пожаловались в прокуратуру. Следует отметить, что это далеко не первый случай подобного нападения в нашем городе. Ранее прокуратура города как в действиях администрации, так и в действиях подрядчика, которые занимаются отловом безнадзорных животных, выявлялись факты бездействия, в связи с чем принимались меры реагирования. Правда, пока меры реагирования никаких результатов не принесли. Бродячие собаки продолжают нападать на людей. В списке пострадавших, которым пришлось обращаться к медикам после встречи со стаей, 9 саяногорцев. В полицию обратились 11. Тем временем подрядчик уже отловил 8 псов. Но ситуации это не изменило, сообщают наши коллеги из города Металлургов.